рамках акции «Подарок ветерану» одинцовские ветераны Великой Отечественной войны посетили показ патриотического фильма «Мы – потомки народа-победителя». Лента была снята более года назад по инициативе активных жителей муниципалитета, начальника отдела по работе с молодежью окружной администрации Екатерины Скориковой и руководителя местной молодой гвардии «Единой России» Елизаветы Алимовой. Своими воспоминаниями с экрана делятся ветераны Великой Отечественной, проживающие на территории нашего округа. Особое внимание в картине уделяется роли добровольчества в годы Великой Отечественной войны.